друзья мои, я взял ручку, троечку закрыла. Мы записываем замечательный ролик, будет называться «Золото осени». Сейчас посмотрим, как это будет. Ю-ху! Отлично пошла. Ю-ху! Телефон отвалился. Ну как есть уже. Ну что, друзья, вот так мы можем зажигать на планере вдоль склона. Вы видите, как весело получилось. Сейчас еще проходик сделаем, только уже без музыки. Я вам покомментирую немножко. Ничего сложного в этом нету. Как это? Точный расчет, никакого мошенничества. Мы, собственно, закончили наши учебные полеты. Засняли сейчас ролик, как мой ученик Миша выпаривал снизу и так далее. И вот сейчас крайний проходик на «Золото осени». Корову мы удачно встретили наверху, не знаю, попала она в кадр или нет. Должно быть клево. Делаю разворотик. Вау! Немножечко из-за спины сейчас будет солнце, будет не так бликовать, надеюсь, не так будут бликовать. Оп. Опа! Ну и вот сейчас вдоль склончика я держу скорость, сейчас сгонял на 200, сейчас могу 180 сделать, чтобы
было не так страшно, не так быстро. Ну и планер вот на такой, в такой конфигурации крайне управляем, то есть то, что сейчас вы видите достаточно низко над рельефом, я лечу, ну ничего в этом такого особенного нет. Ну лечу, ну и рельеф, ну да. Ну там планер просто настолько четко контролируется ручкой, что ну, вообще никаких проблем. Конечно, нужно быть внимательным, потому что на такой скорости вот как раз небольшое движение ручкой, и можно, вот видите, склон впереди. Ну, сейчас буду вправо отворачивать, дугу такую делать. Вот. И вот я облизываю склон. Ну, в данном случае я просто дурачусь, потому что высота мне не нужна. Это я так гоняю по склону тень, можно так сказать, между елочек всяких и прочее. Смотрите, просто как красиво, золотая осень. Эти деревья. Причем они между зеленых торчат, поэтому все ну, очень красиво. Вот. Вот так мы полетали сегодня изумительно с Мишей. Завтра будем разбирать планер. Закончились полеты пока. Потом там приходит какой-то фронт, дождик, там еще чего-то. Ничего хорошего. Вот точка разворота. И оп. Сейчас сбрасываю скорость. Делаю на низкой скорости разворот, и планер разворачиваю ось вниз, так чтобы нырнуть в осень еще разочек. Вау! Ну и все. Кстати, высоту у нас аккурат до дома. Вон у нас на горизонте в конце долины наш аэродромчик. Я сейчас сбрасываю скорость динамичной и туда будем лететь. Миша, забираю управление. Вот такой получился, не знаю, веселый, не веселый ролик. Пишите, понравился или нет. До новых встреч. Аривар. Эй.